Всех приветствую на воскресной войне Империя пазлов. Но здесь не просто война сегодня, а у нас еще сегодня Вальхалла. Поэтому досмотрите видео до конца. В конце призову за монеты. И плюс в лаборатории алхимии набрались тоже алхи-осколки. Откроем, посмотрим, чего будет при объединении. Сундук зеленой стихии не гарантирую, что будет в этом видео, потому что будем его еще набивать. В последующих видео как раз мы его и откроем. А сегодня у нас война. Война у нас 2 на 2 традиционно. С ледяными пещерами. 10 у них осталось. Ну и традиционно 12 у нас. Значит, они нас повыбивали разок. Давайте тебе повыбиваем и мы их. Значит, каким образом будем действовать? Альфрика по центру стоит. Здесь стоит Ригард. Ну или Ричард. Давайте тогда с моно-зеленого зайдем. Самой оптимальной командой. У меня быстрого, к сожалению, нету. Пока заменяю Юнаном. Ой, Юнана пока не заменяю. Скитлом заменяю. Скитла всегда 13 стал. Опа, быстрее ушел. 400. Серьезная такая монокоманда. Поехали. Немного может ветер дуть. Но ничего. Так. Так. Сейчас надо подумать. Разъехали зеленые. Но ничего. Живем. Ах ты. Не хватило. Чуть-чуть. У нас здесь еще и стрелы. Тоже такое себе удовольствие. Так, надо забирать кого, я даже не знаю. Кого-то надо забирать. Ну давайте. Попробуем вот сюда. Посмотрим, сколько сейчас она даст по Лиане. И одним камнем мы ее, да, должны добить. Отлично. Так, дед. Дед бьет. Точнее, хилит. Так, зелени нету. Взрываем поляну. Здесь надо будет подумать. Давайте вот здесь поищем зеленый. Да, вышел. Отлично. Да. Зеленого нам надо, наверное, Джуна забрать. Потому что Джун шотер быстро заряжается. Ну и так, чтобы особо было не напряжно. Мы его не смогли забрать. Давайте пробовать. Ну, блин, тут поляна, конечно, летит. Обалдеть как. Так, дед зарядился. Ну, давайте в пустоту, наверное, кинем. Чтобы Джума точно вынести. Почему Лиана так слабо бьет, я не понимаю. Так. Ну давай сделаем вот раз. Ну и все, мы первый бой затянули. Тут уже очевидно. Отлично. Тащим второй. Альфрика стоит по центру.
принципе, если моно желтым попробовать долбануть, все равно его надо использовать. Если зайдут желтые, мы выносим альфрику, ну и дальше уже можем вторым тапком добить, если не пойдет. Вот у меня вот такая есть комбинация на такую войну. Мы обезьяну поставим вот сюда. Ну, 3700 это вот у меня самый слабый моносостав. На самом деле. Так, что видим? Ага. Можно вот так приподнять. Отлично. Два желтых сюда влетает. Ага. В эту даму. Но сейчас мы аккуратно обойдем, зарядим лысых и сносим альфрику. Я надеюсь. Да. А здесь не хватило. Не прилетело. Ладно, давайте тогда вот так сделаем. Сейчас добьем ее. В принципе, если зайдет крит. Ну, зашел. Отлично, слушайте. Давайте тогда заберем. Попробуем, по крайней мере. Анзор, в принципе, страшен, но... У меня здесь все-таки обезьяна решает. Обезьяна зарядилась, и все. Это как бы... Это вин. Это вин. Несмотря на то, что Анзоха еще мы сейчас будем тут колотить. Но я думаю, два лысых должно хватить. Смотрим. Промах? Не, смотрите, 1000. Это 1000 под мартышкой. 1000 под мартышкой вылетает. Недурно. Давайте синими зайдем. Я, честно сказать, даже не знаю, когда такая война без, так скажем, троих соперников. Когда трое, как-то там полегче идет. Когда двое, тут выбирать особо не из чего. Поэтому... Поехали. О! Стоят камни, но стоят не под тем. Под зеленым стоят. Но зато мы заряжаем всех. Так, теперь надо распасовать. Так. Как бы это сделать? Ну, давай заберем вот здесь, наверное. И собака еще добьем. Здесь камень. Ох ты, блин! Минус? Нет, не минус. Вот это сейчас было неожиданно, на самом-то деле. Так, хилимся. Закидываем сюда. Что-то он даже и не почувствовал, да? Ну давай, заберем собакой. Кирилл там, блин, уже очень ощутимо летит. Ладно, забираем. Не хватает чуть-чуть зарядить. Да. А вот, вот там справа. За дом. Так. Думал, подписчики подошли. А, просто уточнить адрес. Так, так, не прерываемся от войны. Так сказать, не расслабляемся.
Потому что еще ничего не понятно. Но будем сейчас вот синий вот здесь вот аккуратненько запихивать. Магний сбили, деда сбили. Ну ладно. У нас есть собака. 19%. Разряжает телефон. Это его любимое дело на холоде. Ну ничего. Война хоть и затягивается, но зато будет интересно сейчас. Исход войны. Пока топим, три тапка. Погнали сюда. Ой, фиолетовым хочу зайти. Очень хочу фиолетовым. И там еще остается красная моно. Так, сюда. Сюда пока. Я даже ничего не буду по отряду менять. Вот как есть, так есть. Потому что все зависит от того, что нет камней на поле. Фиолетовых вообще нет. Ну, я не знаю, здесь, наверное, все-таки сливной тапок. Хотя, все посмотрим. Да, сюда надо красными. В этот раз надо было заходить красными. Не, ну фиолетовые сейчас придут. Альфрика ударит. Ладно. Погнали. Я пока что очень сомневаюсь в ситуации, в которой оказались. В плане, что мы центр-то пробиваем, да? Или нет? Нет, даже центр пока не прошли. Вот, блин. Ну, давай вот так сделаем. Это будет чудо, если мы затянем. Чудо чудесное. Главное, чтобы батарейки хватило. Морозе. Так. Во. Не затянули. Ну давай красным моно. Чё. Поехали. Сразу влетаем. Раздаем альфрики. Далее. Что мы видим на поляне? Отлично. На поляне приходят красные. Обязательно себя обезопасим под усилением. Ну давай здесь прокинем, может красный выйдет. Нет, не вышло. Так, мне надо четко под мать севера, пока она никого не воскресила, сделать снос. И дальше уже поехали. Ну, дальше дело техники уже. Она догорит сейчас. Все. Вот такой вот бой. Ну и последнее. Давайте на какого-нибудь халявного. Самой сильной командой. Поехали. Здесь я ни на что не претендую. Здесь мы просто отбиваем. Отбиваемся, так сказать, что есть, то есть. Рига. Даже может сейчас Сартан его съест. Сартана съест его. Камни очень хорошо сыпят здесь. Против Ригарда. Ну, Юнан тоже молодец. На самом деле. Так. Синими сейчас попробуем затянуть. А у меня красных нету. Вот он, чувак.
сейчас напрёшься, мне кажется. Но сейчас будет шок. Так, справедливость зарядилась. Отлично, слушайте, даже есть возможность чего-нибудь сделать, вот такое, типа, ну типа подбить даже, я не знаю, как сказать. Ах, этот джун не промахнулся. Ну да ладно. Ну и финал. Погнали. Самое интересное. Открываем. Пока есть пару процентов батарейки. Давайте, поехали. Вальхалла. И на этом конец. Все. Пока-пока. Тайрон вылетел.